Добрый день, все любители влажного бритья. Сегодня у нас очередное бритье. Стандартная двухдневная щетинка. И чем мы сегодня будем бриться? Значит, за пенообразование сегодня будет отвечать вот такой вот продукт от компании Разорок. Сын Зевса. Очень нравится мне этот аромат. Это у меня, можно сказать, такой travel вариант, когда еду в отпуск, всегда беру этот комплект с собой. Очень удобно им пользоваться. Достаточно неплохая баночка для небольшого помазочка. И процесс пенообразования проходит прямо в ней. Также после бритья одноименный лосьончик. Сын Зевса будет. Пока запахи ко мне возвращаются потихоньку, стараюсь пользоваться какими-то, возможностями, такие более сочными ароматами, чтобы можно было почуять их. Вот. Сегодня изначально планировал устроить такой, чуть-чуть другой сет, будем так говорить, выбрать для бритья, но когда открыл банку с мылом и лосьон, понял, что не смогу до конца передать и сам даже понять весь аромат мыла и лосьона, и решил, что оставлю на потом. И станочком. Станочком сегодня будет вот такая вот новиночка. Спасибо Стасу с канала Just a Hobby из Одессы. Прислал вот такой вот станочек. Это Трит Геркулес. И в комплекте два лезвия уже идут. Станочек я не распечатывал. Так что сегодня будет первое бритье. Стас очень хорошо отзывался о нем. Говорит, что за свои денежки очень добротный станочек. И лучше всяких рапир и лордов, которые в таких же типа блистерах идут. Мы сегодня посмотрим. Конечно же, возьмем лезвие Treat Platinum. Эти лезвия мне нравятся. Поэтому аккуратненько как-нибудь вытащим, чтобы не повредить упаковочку. Приходится все равно чуть-чуть варварским способом. Очень хорошо упакован станочек. Так, оставляем одно лезвие, оно нам не понадобится. Значит, что мы видим? Станочек. Станочек трехсоставной у нас должен быть. Пластиковая ручка с такой достаточно цепкой накаткой. И вот такая вот конструкция. Нижняя плита. Не проминается, ребят. И верхняя крышечка. Можно, качество отделочки не самое там супер-пупер. Но я думаю, что это на бритье никак влиять не будет. Поэтому сейчас посмотрим. Так, берем лезвие. Я думаю, что это должен быть неплохой станочек для тех, кто только входит в тему влажного бритья. Или, может быть, для тех, кто ищет станочек для каких-то тревел-вариантов. Там командировок, отпусков. Да. Так, что мы видим? Видим, что торчат ушки, ребят. Достаточно так нехило, причем сейчас мы попробуем еще лезвие так. Лезвие встало хорошо, ровненько. Вот, как вы можете увидеть, не знаю, видно будет, нет. Бликует, потому что крышечка верхняя. Так, Трит Геркулес. И помазочек. Помазочком у нас сегодня будет синтетика от Вадима Лебедича. Вот такая вот предварительно, также замочена. Так, давайте сразу немножко водички в мыло капнем. И помазочком начнем процесс забора.
Сегодня без чаши, ребят, сразу пойдем на лицо. Сымитируем такой, можно сказать. Бритье в отпуске. Надо было хотя бы смочить лицо, но... Смотрите, сколько мы там 10 раз крутанули, и пены дофига и больше. Да, помазок синтетический, но у меня, так, доберем отсюда мыльце, которое есть. Я с собой беру, у меня есть маленький барсучок, помазочек. Классно, ребята, аромат у мыла, такой парфюмированный, приятный парфюм. Забыл, как сейчас он идет. И поэтому там 22 миллиметра, по-моему. Вообще шикарно. Так, ну что, Трит Геркулес, лезвие Трит Платинум, новые. Поехали. Я думал, он будет... Что-то наподобие Физера. Популяр. Но нет. Тут так поагрессивней. Но, возможно, это первое ощущение, потому что голова поуже. У Физера все-таки за счет того, что бабочка, там конструкция такая более изощренная. Мне также удобно бриться им от верхней крышки. Торчат ушки, да, и надо быть поосторожнее под носом. Хорошо снял. Прям так очень уверенно прошелся. Второй проходит. Смотрите, мыло.
Вот это мыло мне намного, вот, ну, в таких баночках классических от Розарока, намного больше нравится, чем ихняя линейка твердых мыл. Лейблы, которые. Поэтому. Хотя у меня там 2 или 3 мыла всего в таких вот баночках есть. Ну что, второй проход. Мыло позволяет делать небольшие добривочки, но лучше этим не увлекаться. Особенно если чувствительная кожа. Так, ну что, я думаю, что больше мы не будем. Вот тут вот еще чуть-чуть осталось, но тут уже не вариант. Хороший ДФС, то есть четверочка такая с плюсиком, очень неплохо. Умываемся и наносим автошесть. Отличненько. Ну, ребят, просто. Просто хорошо побрились. Все шикарно, ни порезов. Никаких раздражений. Не люблю, ребят, наносить лосьоны на влажную кожу. Люблю, когда кожа сухая. Буду.
каждый уже ходит сама по-своему, поэтому каждый делает так, как ему нравится. Так, ну что, берем лосьончик. Лосьончики у них спиртовые, спирт там достаточно неплохо, они наливают стандартный их дозатор в бутылочках. Он не скупой, поэтому надо так осторожненько. Если не хотите переусердствовать. Но при этом есть даже достаточная доза уходовых компонентов. Видим, все впитывается достаточно быстро. И просто все великолепно. Так. Небольшой такой спиртовой ожог пошел, конечно, сразу. Но ради этого мы и любим спиртовые, да, лосьончики. Так, ну что, давайте подведем небольшие итоги по сегодняшнему бритью. Начнем со станка, ребят. Значит, как многие говорят, что это, ну, копия, не копия Gillette Slim. Ребят, ну, могу сказать, что сделано неплохо. Ручка удобная. Накаточка хорошая. Не выскользнет у вас из рук. Весит мало. Бреет чисто, комфортно, по крайней мере, с лезвиями Treed Platinum. Я думаю, что даже можно поставить более агрессивные лезвия. Типа физера что-нибудь попробовать. Ну и также, я думаю, что на мягких лезвиях тоже будет достаточно неплохой результат, который устроит процентов 80 любителей бритья. Какие-то, ну, вопросы относительно там качества этого станка задавать пока рано. Внешне он как бы совершенно нормально выглядит. Все разбирается, собирается. В процессе эксплуатации, я думаю, если какие-то нюансы будут, я вам расскажу. Вот, попробую его оставить себе, посмотрим, что будет дальше с ним, как он себя будет вести. Поэтому не будем забегать вперед. Надписей здесь никаких нету на самом станке. Вот, но бреет чисто, комфортно, а это самое главное. Мыло. Ну, мыло, ребят, что можно сказать? Это один из любимых моих ароматов у Розарока. Вкупе с лосьоном очень мне нравится. Такая четкая работа, вот, безотказная. Да, может быть, не супер-пупер какие-то там уходовые качества, но достаточно для того, чтобы хорошо побриться и ощутить приятный аромат. А что еще надо человеку для счастья? Помазочек. Ну, помазочек, ребят, сегодня отыграл просто великолепно, не подвел. Вот. Видели, да, сколько пены взбил, сколько тут еще осталось. Я думаю, еще точно так же на пару проходов здесь хватит. Поэтому очень удобная ручка. Внешний вид вообще классный. Вот, узел отличный. Поэтому отличная рабочая лошадка. И также, которая имеет достаточно привлекательный внешний вид. Тут не убавить, не прибавить по поводу внешнего вида. Так что, вот такое у нас сегодня получилось бритье. Бритье, я считаю, удалось сегодня полностью. Спасибо Стасу еще раз за станочек. Спасибо компании Razorock за такой хороший продукт, как мыло и лосьон, да, этот комплектик с Инзепса. Вот. Ну и спасибо вам, ребят, за внимание, за то, что смотрите, за то, что ставите лайки, комментируете. Вот, будем продолжать снимать обзоры, много чего есть интересного показать. Так что, как всегда, лайки, комментарии приветствуются. Кто не подписался на канал, подписываемся. Всем хорошего дня, всем комфортного бритья, ребят. Здоровья, не болеем
и ждем всех на следующей встрече. Пока-пока.